Наш новый друг Гани. Ты можешь спускаться. Наконец. Совсем другое дело. Чудно. Большое спасибо, Ханна. Мне пора ехать. До встречи. Ладно, пока. Привет. Как дела, Ханна? О, привет, Руки. Привет, Пэт. А? Что? Да так, ничего. Я заехал, чтобы вернуть твои инструменты. О, спасибо. Спасибо тебе. Очень выручила. Кто на снимке? О, это... Я его не узнаю. О, его звали Вонди. Но я никогда не встречал его на станции. Да, год назад его разобрали. Он работал очень долго. Завтра придет новый автобус, которому досталась его карта памяти. Вот я и вспомнила Вонди. Его карта памяти? То есть новый автобус унаследует все воспоминания Вонди? Нет, боюсь, это не так. Думаю, старые воспоминания с карты удаляют. Эй, Руки, скоро кончается смена. Едем? Хорошо. Пока, Ханна. Пока, ребята. Кто был на той фотографии? Автобус по имени Вонди. Вонди? Ты знал его? О, еще бы. Он работал в нашем городе очень долго. С тех пор, как Ханна пришла на автобусную станцию. Они с Ханной были большими друзьями. Он был трудолюбивым, любил помогать окружающим, так что его все любили. Но он износился от тяжелой работы, и в прошлом году его разобрали. А, кстати, расскажи мне про карту памяти. О, Ханна так сильно любила Вонди, что долгое время хранила его карту памяти. Вонди. Настал новый день. Ханна! Доброе утро! О, как вы рано встали! Да! Сегодня к нам приедет новый автобус. А? Новый автобус? Угу. Ух ты! Скоро он приедет! Да, какого он цвета? Как его зовут? О, друзья, по одному! Привет, Ханна! А вот и он! А? Сито! Всем привет! Хорошо, что вы здесь! Привет, Сито! Итак, на нашей станции появился новый автобус. Знакомьтесь, ребята. Всем привет. Меня зовут Гани. Привет, Гани! Я Тайо. А я Роги. А меня зовут Лэнни. Приятно познакомиться. Привет. О, здравствуй. Я Ханна. Привет, Ханна. Надо бы показать новичку станцию. Да, конечно, но мне пора ехать на работу. Пусть лучше это сделает один из вас. О, я! Я это сделаю! Хорошо, Тайо, можешь начинать. Ура! Едем, Гани! Хорошо. Тайо очень рад, что нашел нового друга. Вот это наша автомойка! Понятно. Я покажу тебе, как в ней мыться. Поехали! Хорошо. Нужно заехать вот сюда. Смотри внимательно. Я смотрю. Что происходит? Что случилось? Я не знаю. Не могу остановить щетки. Отключить систему! Отключаю систему. Свобода! Это ты выключил щетки? Ага. В экстренных случаях автомат можно отключать голосом. О, точно! Кажется, Ханна мне рассказывала. Все хорошо? Ага! Замечательно!
Неловко получилось, я хотел выглядеть круто. А теперь поехали на заправку. Хорошо. Приключения Тайо. Вот здесь мы заправляемся. О, понятно. Сейчас я покажу, как заправляться. Смотри и учись. Хорошо. Подвиньтесь назад. Откройте отверстие для заправки. Хорошо. О, нет, выпустил газ. О, нет, сейчас еще раз. Начинаем заправку. Как же мне стыдно! Уже вторая ошибка! Видел? Попробуй-ка сам! Хорошо! Заправка завершена! Наверняка он тоже наделает ошибок! А? Начинаем заправку! Как же так выходит? Он здесь впервые, но уже умеет почти все! Ты закончил? Заправка завершена! Едем на учебную площадку! Хорошо! А? Странно это! Ганни совсем не похож на новичка! Вот здесь нас учат ездить, прежде чем мы начнем работать. А-а-а. Когда ты пройдешь нужную подготовку, то начнешь работать в городе. Понятно. О, я чуть не забыл. Мне ведь пора на работу. Хочешь поехать со мной? А мне можно? Конечно. Ты сам все увидишь. Поехали. Хорошо. Сложновато, да? Сначала всегда трудно. Да. Сейчас он узнает, что я умею. Эй, видишь остановку? Вон там. Ага. Я покажу тебе, как надо набирать пассажиров. Вперед! Хорошо. Надо заранее снизить скорость, чтобы остановиться точно у остановки. Тайо, а? Может, ты снизишь скорость еще чуть-чуть? О чем это ты? Я точно все рассчитал. Смотри внимательно. Мой новый костюм испорчен. Мои шорты испачкались. Простите, мне так неловко. Здесь нужно быть очень осторожным. После дождей здесь обычно лужа. И правда, ведь вчера был сильный дождь. Но откуда ты знаешь, Ганни? Понятия не имею. Что это? О, нет, на дороге идут работы. А как же мне добраться до следующей остановки? Роги! Дорожные работы. Да. Тайо, ты знаешь другой путь до остановки 23? Мне сейчас нужно туда же, но другой дороги я не знаю. О, что же нам делать? Пассажиры будут ждать. Ребята, я знаю другую дорогу. Правда? Да, но откуда? Отключить систему! Система отключена. Тайо вспомнил о том, как вел себя Ганни на станции. После дождей здесь обычно лужа. Роги, просто делай так, как скажет Ганни. Ты уверен? Ганни, показывай путь. Хорошо. Но как Ганни может знать путь, которого не знаем мы? Просто поезжай за ним. Почему мы это делаем? Ганни ведь новичок, он же первый раз в городе. Здесь надо справа. Тайо чувствовал, что Ганни найдет дорогу. Эй, Тайо, ты что, не слышишь? Эй, подожди! Ганни, ты уверен, что знаешь дорогу? Надеюсь. Что? Тайо, Ганни не уверен в том, что делает. Доверимся ему, и будь что будет. За мной! Хорошо! Ребята, подождите! Вот и остановка, верно? Он был прав. Но как это возможно? Большое тебе спасибо, Ганни. Но как ты сумел найти дорогу? Ну, я как будто бы всегда ее знал. Хана! Привет, Ленни. Вернулась? А где все остальные? Ну, Роги работает допоздна. Но Тайо и Ганни вот-вот должны вернуться. А вот они! Привет!
Привет! Привет! С возвращением! Ганни, тебе понравилось в городе? Да! Хана, ты должна кое-что знать! А? И что же? Этот Ганни немного странный! Странный? Почему? Он новичок, но у него уже все получается, и он все обо всем знает! Неужели? Да! Он смог найти дорогу, а Роги и я едва не заблудились! Вот как? Ты тоже так умеешь? А? Ух ты! Не получается! Знаешь, Тайо, по-моему, он самый обычный автобус. Такой же, как и вы все. Правда? И все-таки он немного другой. Так? Надо совсем не так! У маленьких автобусов появился новый друг Ганни. Что за секрет он скрывает?